молодежная. В Новых Химках возле 54-го дома вовсю кипят работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Бригады все делают быстро и качественно, отмечают жители этой многоэтажки. Пока видим все положительно, все нравится. Ходим, смотрим, пока вопросов нет к рабочим. Бригады обновляют дороги и тротуары. Полностью меняют асфальтобетонное покрытие и бордюры. Ход работ проверил глава Химок Дмитрий Волошин. В скором времени здесь отремонтируют и детскую игровую площадку. Она у нас в губернаторской программе. Значит, там мы ее в ближайшие 2-3 месяца сделаем. Правильно? Конечно. До 30-го. В этом году мы сделаем лето очень полное. Спасибо вам огромное. На встрече с Дмитрием Волошиным жители предложили и свои инициативы по благоустройству дворовых территорий, задали интересующие вопросы. Такое живое общение позволяет узнать из первых уст, что именно необходимо химчанам. Очень важная обратная связь от наших жителей, которые всегда нам говорят, что поправить, что улучшить, на что обратить внимание. Мы слушаем и прислушиваемся, и слышим самое важное население города, жильцы, депутаты, администрация города. Мы принимаем комплексные решения, как нам благоустроить дворы, какие именно детские площадки и с каким наполнением, по каким возрастным группам нам нужно ставить, как нам благоустраивать общественные пространства, парки, скверы. В рамках сезонных работ комплексно благоустроят 20 дворовых территорий, установят 30 новых детских игровых площадок. Самое частое обращение – это касательно сроков проведения работ, потому что все мы понимаем о том, что определенный дискомфорт для жителей нескольких домов наступает в связи с тем, что необходимо снять асфальтное покрытие. Это приводит к тому, что необходимо убрать машины с территории. Второй основной вопрос – это, конечно, качество. Здесь мы совместно с жителями контролируем поэтапно выполнение всех видов работ. Полным ходом также идут работы на Юбилейном проспекте возле остановки общественного транспорта. Здесь ремонтируют тактильную тротуарную плитку. А это уже кольцо кругового движения на улице Дружбы. На этом участке ремонт полностью завершен. Снег сошел, мы посмотрели огромные ямы, поэтому смысла латками его ремонтировать не было. И уже сейчас он готов, и проезд полностью готов. Ожидаем, когда по согласно срокам установлено, будет нанесена разметка. Это один из самых оживленных транспортных участков в Новых Химках, поэтому полная замена дорожного полотна здесь была особенно необходима. Раньше ездил здесь, объезжал кочки постоянно. И было очень сложно ехать. А сейчас вот положили новую дорогу, стало гораздо проще. Всего же в этом году в городском округе капитально отремонтируют 7 дорожных участков. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.